Пустыня – достаточно неприятное место, и я не только об однообразных пейзажах и жуткой жаре, которая может прикончить человека в считанные часы. Среди раскаленных бескрайних песков водятся животные, с которыми вы никогда не захотите встретиться. От самой ядовитой змеи в мире до страшных скорпионов, ящериц и даже муравьев. В этом выпуске я покажу вам этих и других самых опасных существ в пустыне. Ядовитые змеи – типичные жители разных пустынь. Об этом мы знаем из фильмов, книг и учебников. Оказавшись в пустыне, можно быть укушенным многими змеями, в том числе и самой ядовитой на планете. Это не гадюка или черная мамба, как вы могли подумать. Тайпан Макоя – вот ее имя. Также эту змею называют внутриматериковым тайпаном. Название, кстати, не так важно. Важно, что яд у этой змеюки такой лютый, что ее можно смело назвать самым опасным существом в пустыне. Насколько же он лютый? Ну, примерно в 180 раз мощнее яда кобры, о которой чуть ли не ходят легенды. 180 раз! Чтобы было понятно, одной лишь капли этого яда достаточно, чтобы разом убить 250 тысяч мышей или 100 человек. Обитает тайпан Макоя в засушливых районах Австралии. Пустыни и полупустыни Австралии заполнены палящим солнцем, поэтому они прячутся в расщелинах и разломах. Пока что все звучит жутко, но на самом деле в поведении и ареале обитания тайпана Макоя полно плюсов. Живут они там, где почти не появляются люди, тайпан Макоя не атакует первым, что тоже радует. Но если кто-нибудь ему не понравится, то неприятелю не избежать страшной кары. Желтый скорпион. Скорпионы – такие же типичные жители пустынь, как и змеи. Все скорпионы, так или иначе, опасны, но желтый скорпион опаснее их всех. Это членистоногое часто называют опаснейшим на всей планете. Ловчий смерти, смертельный охотник, крадущийся убийца. Все эти названия желтого скорпиона ясно дают понять его сущность. Обитает этот монстр в Северной Африке и на Аравийском полуострове. Внутри него ядерная смерть. Смесь из мощнейших нейротоксинов и кардиотоксинов. Даже небольшой дозы яда иногда достаточно, чтобы отправить человека на тот свет. Такое, к несчастью, случается, но в основном желтый скорпион жалит не смертельно. Правда, хорошего в этом тоже мало. Когда такой ядерный коктейль попадает в кровь, жертва испытывает широчайший спектр крайне неприятных симптомов и ощущений. Аризонский древесный скорпион. Пока желтый скорпион нагоняет ужас в Африке и на Ближнем Востоке, на другом конце земли орудует его зловещий дальний родственник. Как можно понять из названия, аризонский древесный скорпион обитает в пустынях американского штата Аризона, однако распространен он и за пределами штата. Его можно увидеть и в других местах юго-запада США, а также в Мексике. Особенно он любит пустыню Сонора. Аризонский древесный скорпион – искусный охотник, как полагается. Из названия, он любит деревья. Членистоногая постоянно ищет деревья, в коре которых находит как укрытие, так и легкую добычу. Напасть этот скорпион может и на человека. Эксперты уверяют, укус этого членистоногого не смертелен. Может и так, но последствия все равно максимально ужасные. От судорог, трудностей с дыханием и тошноты до сильной боли и даже временного паралича конечностей. В общем, лучше поджало аризонского монстра не подставить. Если вам повезло не попасться в клешни аризонского древесного скорпиона, то не расслабляйтесь. Неподалеку вас может поджидать его не менее опасный сосед – аризонский едозуб или желатье. Это ядовитая ящерица семейства едозубов, которая распространена на юго-западе США. Пустыни Аризоны, Юты, Нью-Мексико и Невады, а также северо-запад Мексики. На этих монстров можно наткнуться где угодно. Об опасности аризонского едозуба ходят легенды. Еще индейцы апачи верили, что дыхание едозуба может убить человека, а индейцы папага полагали, что едозубы обладают духовной силой, которая может привести к болезням. Это, конечно, не так, но едозубы действительно опасны. Особенно они опасны для собак, которых могут прикончить даже небольшой дозой яда. Летальные исходы бывали и в отношении людей, однако едозубы не настолько опасны, чтобы скашивать заблудившихся в пустыне туристов толпами. Они достаточно медленные, так что от них
них можно без труда уйти пешком, рептилии не догонят. В пустынях штатов можно найти немало опасных существ, но все-таки самые опасные распространены в основном в Африке и Австралии. Давайте глянем на них. Смотрите дальше, чтобы увидеть жуткую змею с рогами, узнать об опаснейшей пустынной птице, а также увидеть пустынных насекомых, с которыми лучше никогда не связываться. Рогатая гадюка. Если бы у дьявола был питомец, и им была бы змея, то она выглядела бы как-то так. Рогатая гадюка – одна из самых узнаваемых и в то же время необычных змей мира. Еще бы, не каждый день увидишь змею с такими рогами. Вообще, эту змею достаточно сложно заметить. Окрас рогатой гадюки – песчано-желтого цвета с относительно ясными поперечными пятнами темно-бурого цвета. Окрас сливается с цветом песчаных пустынь, которые населяют эти создания. Поэтому заблудившийся турист может запросто наступить на рогатого дьявола и получить укус. Укус у этой змеи болезненный и иногда смертельный. Летальный исход наступает, если не оказать пострадавшему помощь. Кстати, хоть эти змеи и живут в пустынях, они частенько наведываются в гости к людям, приползая к их домам и заползая внутрь. Если отправитесь в Северную Африку или на Аравийский полуостров, помните об этом. Эти рогачи живут именно там. Страус. Постойте, как страус оказался в этой подборке? Он ведь не ядовитый, достаточно милый, да еще и трусливый. Вон голову в песок постоянно прячет. Встречаются в пустыне и страусы. Возможно, но это не делает его неопасным животным. Страусы действительно неконфликтные. Вступать в драки они не хотят и пытаются избежать любой стычки. Но если страус чувствует опасность, а уж особенно если он загнан в угол, то он способен прикончить любого противника, даже большого льва. Не забывайте, что страусы – самые большие птицы на планете. Гигант ростом под 2,5 метра и массой в 150 кило – сам по себе серьезный оппонент. Добавьте к этому очень острые когти страуса, его прыгучесть, силу и нереальную спринтерскую скорость, и вы получите птицу, с которой не захотите связываться. Ее не победить и от нее не убежать. В лучшем случае можно отделаться сильнейшей оплеухой, которая отправит в глубокий нокаут, а в худшем можно стать жертвой страуса. Не нужно обижать этих птиц. Ни к чему это, да и они этого совсем не заслуживают. Беркут. А вот это уже птица посерьезнее. Конечно, беркут не такой огромный, как страус, зато это самый настоящий хищник. Да и размеры у него очень нехилые. Беркут является крупнейшим орлом на планете, размах крыльев которого достигает 2 метров, а вес 7 килограммов. Беркут – грозный воздушный охотник. Его можно встретить в Евразии, Северной Америке, а также на территории Северной Африки, где он часто бывает в пустынях. На стороне беркутов скорость, реакция, очень сильные когти и не менее сильный клюв. Недаром беркутов издревле использовали в охоте. Некоторые представители этого вида достаточно сильны, чтобы прикончить даже такого оппонента, как серый волк. Что уж говорить о человеке. Правда, с человеком у беркута вполне хорошие отношения. Эти орлы предпочитают есть кроликов, зайцев и птиц, а не людей. На людей беркуты, как правило, не бросаются. Наверное, они чувствуют уважение, которое испытывают к ним люди. Так уж повелось с древних времен. Гиеновидные собаки. А вот эти африканские хищники людей не очень любят. Гиеновидные собаки – одна из главных угроз африканских пустынь. Угроз прежде всего для других животных. Эти монстры считаются одними из лучших охотников на планете. Когда гиеновидные собаки сбиваются в стаю и нападают на жертву, то с большой вероятностью заканчивают охоту успешно. Как правило, гиеновидные собаки охотятся на копытных. Их основная добыча – некрупные антилопы и зебры. В голодные времена дикие африканские псы устраивают охоту на таких мелких зверьков, как крысы, а в особых случаях бросаются даже на домашних животных. С человеком у них не самые лучшие отношения, но враждой это назвать нельзя. Гиеновидные собаки главным образом внушают страх другим обитателям пустыни, а не людям. Но все-таки не стоит связываться с этими монстрами. Сбившись в стаю, они преподадут урок кому угодно.
Вовсе не обязательно быть большим, быстрым и грозным, чтобы представлять огромную опасность. Последние герои этой подборки отлично это доказывают. Красные огненные муравьи – это те насекомые, с которыми вы не захотите связываться. Это одни из опаснейших муравьев, которые обладают мощным жалом и сильным ядом. Яд огненных муравьев содержит алкалоид и соленопсин. Степень его воздействия по индексу силы у Жалини Шмидта оценивается в 1,2 балла и схожи по ощущениям с воздействием огня. Отсюда и название насекомого. И ладно бы, если бы все ограничивалось лишь болезненным укусом. Проникая в организм, яд способен прикончить человека. Особенно опасен этот яд для людей, страдающих аллергией. В таком случае жертва может испытать анафилактический шок, который может быть летальным. Следует соблюдать осторожность в местах нахождения этих муравьев, но проблема в том, что обитают они во многих местах. В Южной Америке, в пустынях на юге США и в Австралии. Что касается Австралии, то когда эти муравьи попали на континент в 2001 году, то это стало настоящим бедствием для жителей, флоры и фауны Австралии. Вторжение красных муравьев резко изменило видовое разнообразие Австралии и погубило немало жизней. Удивительно и в то же время жутко, на что способны, казалось бы, крошечные букашки. На этом все. Напишите в комментариях, какое пустынное животное считаете самым опасным лично вы. И спасибо вам большое за просмотр.